настоящие сани для упряжки собак. О, с тормозом даже. А еще тут есть вот такая площадка. Такая горка, стоящие упряжки. Цепь горы продолжается. Сейчас покатаемся на плюшке, пока есть такая возможность. Ха-ха-ха. Высокая горка и тюбинг. Да, большая горка. Если с двух сторон. Крепко держись. Теперь моя очередь. Извиняюсь. Классно. Лишь бы только подъемник был, было вообще супер. Вера. Но мы не сдаемся. Халява есть халява. Бесплатно можно кататься хоть до утра. Вот тут еще три горки, оказывается. Есть большая горка, маленькая еще раз. Меньше. Ой. Самое трудное это. Стартануть, да там потом класс! Фух, уже скоро смеркаться начнет. Даже домой идти. Да, король горы. Супер. О. Вот сладкое слово халява. Просто народу мало в праздники приходит. Обычно больше. Супер. Сейчас народу нет. Будет опасно. Не повторяйте так никогда. Так ездить нельзя. Ракета. Все, теперь моя очередь. Аж надоело кататься. Ой, но надо. Зима-то кончается. Ощущений не хватает.
Мотоснегоход детский. Вообще прям класс. Коньки. Ну и куча. Тюбингов. Накатался. Фу, писец просто. Просто вообще нет слов. Класс. Отдохнул. Надо Кируху сюда. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем добавляться в друзья.